У нас произошла стычка на кухне. Мама заказала квас для крошки специально. Мы готовили каждое семейное блюдо. Те там присосали с горла. А это Лаури Альберта мне, повару, который, ну, шеф-повару. Я говорю, Крис хотела взять попить. Я говорю, давайте нальем. Она налила в огромный такой черпак. И пила с черпака. И моя мама, и ее мама, и мы с Кристиной пили. А Кристина взяла бутылку. Мама говорит, это мое для готовки. Для работы. Она говорит, нам тоже для работы попить. Она говорит, это мой квас, забирает у Крис. Ой, блядь, у Крис. У Киры. Она на это реагирует так, что якобы у меня отобрала. Выхватывает у мамы, они на повышенных тонах. И она говорит, угомонитесь, или сейчас я вас угомоню. Я промолчала. И в итоге я вслух говорю фразу, типа, Кира больше не разговаривает так с моей мамой никогда. И она на меня начинает гнать, я на нее. Я в момент затыкаюсь и два раза себе приложила. Вот, снег остался.